В Баку начала работу международная конференция на тему «Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана и ответственность третьих сторон». В конференции, организованной Центром стратегических исследований при президенте Азербайджана, участвуют ответственные лица администрации президента, представители МИД, депутаты парламента страны, представители посольства в Азербайджане и иностранные гости. За работой конференции наблюдает корреспондент CBC Эсмира Алиева. Здравствуйте, Эсмира. Что известно к этому часу о работе конференции? Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся на конференции о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. На данной конференции обсуждаются различные вопросы, такие как незаконная экономическая деятельность на данных территориях, а также незаконное использование природных ресурсов. О значимости проведения данной конференции мы поговорим с политологом Фикрятом Садыховым. Фикрят Мялим, вам слово. Дело в том, что актуальность и значимость этой конференции, она не подлежит никакому сомнению, потому что на оккупированных территориях Азербайджана давно уже, и мы знаем, ведется нелегальная деятельность со стороны третьих сторон, и это возмущает и, естественно, вызывает негодование азербайджанской общественности. Там провоцируются пожары, там разрушены азербайджанские памятники, значит, памятники старины, религиозные, культурные. И это не может оставить безразличными азербайджанскую общественность. Я думаю, вот это вот обсуждение, обмен мнениями, посвященный именно этой теме, он в значительной степени даст возможность более шире информировать общественность зарубежную, прежде всего, потому что здесь участвуют и зарубежные участники, и привлечь внимание зарубежной общественности к очень важной, актуальной, животрепещущей и беспокоящей азербайджанскую общественность теме.